Всем привет, друзья! Вы на канале Женькины рецепты, с вами, как всегда, Женька. И сегодня новая вкусняшка. Сегодня я с вами поделюсь рецептом драники с кальмарами. Это новый заморский рецепт, который я ни разу не готовил, но мне кажется, получится вкусно и вам понравится. Желаю вам приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем готовить. Погнали! А мы с вами берем 5 картошин и натираем на самой мелкой терке. Картошку мы на мелкой терке потерли, нам нужно убрать всю жидкость. Берете вот такое тоненькое сито, сюда это все перекладываете и выжимаете весь сок, чтобы выходил. Видите, выходит сок. Обратно перекладывайте в тарелку. Берете один болгарский перец и терку. И точно так же, как картошку, натираем на мелкой терочке. Вот так вот натерли болгарский перец. Жидкость убрали и добавляете в картофель. Я заранее почистил его, и нам нужно порезать на мелкие-мелкие кусочки. Так, берем пласт. Порезали кальмары и добавляем картофель. Теперь нужно немного посолить, немного поперчить. Добавляем 2 куриных яйца. Все это немного перемешиваем. И добавляем 2 или лучше 3 ложки муки. И теперь все это перемешиваем еще раз. Жарить с каждой стороны по минутке 2. Пару минуточек прошло, берете их и переворачиваете, чтобы не подгорели они. По несколько минут они пожарились и вытаскиваем на тарелку. Все, ребята, пожарил. Посмотрите, какие получились красивые, румяные. Ну да, конечно, остается последний штрих. Это вот так посыпаем зеленью для красоты. Мне кажется, так все делают. Берут маленькую тарелочку, берут один и берут еще один. Потом они смело берут сметанку
Ну что, друзья, настало время попробовать этот заморский рецепт драники с кальмарами. Со сметанкой вот ломается легко, все должно прожарено быть. Маленький кусочек макаем легонечко, нежненько в сметанку и... Есть! Меня радует то, что кальмары не резиновые, мягкие. Болгарский перчик дает ароматный, классный вкус. Картошечка мягенькая вся. Обалденный рецепт. Рекомендую вам приготовить. Извиняюсь, что ем перед вами, но я должен все вкусовые качества передать вам. Если вам понравился рецепт, поставь лайк. Напиши, пожалуйста, комментарий. Я всегда всем пишу, отвечаю. Всех люблю. С наступающим вас Новым годом. Еще увидимся много-много раз. Подпишись на канал. С вами был Женька. Желаю вам всего самого вкусного и до новых встреч. Пока!